Здравствуйте, друзья мои! Рад приветствовать вас на своем канале. Я много читал, видел кучу положительных отзывов, что если разбавлять самогон до питьевой крепости березовым соком, получится очень мягкий и вкусный напиток. Я набрал сока березового, вот, только что из-под березы, можно сказать. Ну, у нас он только-только пошел, поэтому не так много набрал, как хотелось бы. Ну, ладно. Для эксперимента мне хватит. Сейчас попробую разбавить. У меня есть спирт. Есть спирт у меня самый обыкновенный, сахарный. Крепостью 96,6 практически. Так, здесь у меня, как видите, березовый сок. Здесь 615 миллилитров. И сейчас налью сюда 415 миллилитров примерно спирта своего домашнего. И, собственно, разбавлю. Для чистоты эксперимента я сейчас то же самое сделаю, но только разведу свой же спирт обыкновенной водой из-под бытового фильтра, как я всегда делаю, чтобы потом сравнить, будет ли разница во вкусе. Я это показывать не буду, но я это сделаю, и потом я обязательно сравню. Сейчас это переливаю в бутылки, пускай стоит, здесь как раз литр. И, наверное, давайте на где там первый майский праздник, как раз уже чуть больше недели пройдет, тогда и продегустирую и сравню. Ну, для вас это секунда, для меня это вот чуть больше недели. Вот и пришло время пробовать и сравнить. Здесь у меня самогон, то есть спирт, разведенный березовым соком, а здесь тот же самый спирт, разведенный обыкновенной водой, как я всегда это делаю, ну, пропуская через бытовой фильтр и, в общем, разбавляя. Ну что, пробуем. Будет ли разница, интересно, и будет ли какой-то вкус. Ну вот, если, не знаю, на камеру видно, нет, этот более прозрачный, а у этого такая легкая белесость присутствует почему-то. Ну ладно, давайте пробовать буду. Начнем с этого, с березового. Так, запах, ну, запах какой-то обычный. Здесь более нейтральный вообще запах. Давайте по вкусу. Ну, мягенько идет. Никакой спиртовой агрессии. Идет мягенько. Какой-то вкус непонятный есть. Я не могу понять, что это. Так, ну и обычный. Ну и здесь, в принципе, тоже мягко. Довольно. Ну, у этого есть такой прикольный какой-то вкус. Он может быть даже чуть мягче за счет того, что в березовом соке все равно какой-то процент сахара есть, да? За счет вот этой сладости он немножко дает мягкость. И какой-то вот привкус такой, который невозможно описать словами. Не знаю, давайте еще раз я. Ну да, какой-то привкус есть. То есть сразу понятно, что это не просто спирт с водой, а что-то там еще как будто есть. Но непонятно, никакой древесности нет, ничего нету, травянистости, еще что-то. Абсолютно не словами неописуемый какой-то вкус. Ну да,
Этот чуть-чуть помягче. Прям вот совсем немножечко, и какой-то такой прикольный вкус есть. Непонятно из чего и как. Вот, в общем-то, разбавлять, в принципе, спирт или самогон березовым соком можно. Получается довольно неплохо. За счет того, что содержится в березовом соке там какая-то сладость, за счет этого придается определенная мягкость. То есть получается чуть-чуть мягче, чем если брать обыкновенную воду. В общем, результаты вот такие-то. Вот такие вот. Никакого там ах-ох нету, но годный вариант. Больше сказать особо нечего. Если у вас есть что-то добавить, у вас другие какие-то наблюдения, то прошу, пишите, расскажите. Так что, ребят, давайте, всем добра. Подпишись, поставь лайк. До скорых встреч.